Всем привет! Меня зовут Ангелина, и мы с вами на канале Memos Home Construction. Сегодня у нас необычное видео, потому что я вам расскажу о своем опыте жизни в Турции, а именно в комплексе Renda Park. Я переехала в Турцию ровно год назад и по счастливой случайности познакомилась с ребятами из компании Memos Home. Свои первые апартаменты 2 плюс 1 я сняла именно здесь. Провела здесь время с сентября по май и даже локдаун, поэтому буду с вами предельно откровенна. Почему я выбрала комплекс Renda Park? Потому что он находится буквально в 5 минутах от моря. Это было для меня очень важно. Также все кафе, бары, рестораны находятся в шаговой доступности. И, конечно же, инфраструктура комплекса. В инфраструктуру комплекса входят бассейн с водной горкой, крытый бассейн с подогревом, джакузи, детский бассейн, хамам, сауна, комната отдыха, где мы проводили практически весь локдаун, игровая комната и многое другое. Итак, в комплексе Renda Park располагается 29 апартаментов и 10 пентхаусов. Квартир 1 плюс 1 здесь нет, но вы можете найти 2 плюс 1, 3 плюс 1, 4 плюс 1 и даже 5 плюс 1. Расскажу вам еще об одном огромном бонусе. Здесь просто потрясающие соседи. Они со всего мира абсолютно. То есть это Европа, Казахстан, Россия, Украина. Вечерами мы иногда смотрели фильмы вместе, делали барбекю, плавали в бассейне. Просто жили как одна большая семья. Ну что, про инфраструктуру, наверное, и все. Пойдемте, я вам покажу сами апартаменты, как это все выглядит изнутри. Итак, для начала я вам покажу пустые апартаменты, не меблированные. Почему я хочу вас познакомить именно с пустой квартирой? Потому что у компании Memos Home есть прекрасная функция как дизайнер. То есть вы можете полностью обставить свою квартиру, как вы хотите, а мы вам в этом поможем. Расскажу вам немного про изоляцию, потому что достаточно много вопросов поступает. Наша компания работает только с материалами высокого качества, и так как я жила здесь, я могу сказать, что если вы закроете окно, звука никакого с улицы не будет. Также хочу рассказать вам немножко о жизни зимой здесь. Квартиры очень теплые. В каждой комнате есть подогрев полов, и вы можете, соответственно, даже не пользоваться кондиционерами, потому что в комнате будет достаточно тепло. Ну что, готовы? Пойдемте дальше, я вам покажу меблированный мой самый любимый пентхаус. Итак, мы с вами в пентхаусе на 4-м этаже. Я бы с радостью вам показала свою квартиру, но ее, к счастью, уже купили. Поэтому располагайтесь поудобнее. Сейчас я вам покажу кадры, как бы могла выглядеть ваша жизнь, если бы вы купили квартиру в комплексе Renda Park. Так, все, хватит смотреть это потрясающее видео, просто приезжайте к нам и увидите все вживую. Я вам все здесь покажу. Ну что, давайте суммируем все, что я вам рассказала. Комплекс Renda Park, который построила компания Memos Home, потому что мы являемся еще и застройщиками, находится в 5 минутах от Средиземного моря. Комплекс был построен 5 лет назад и есть абсолютно любые апартаменты на любой вкус. Также у нас есть такая услуга, как ознакомительный тур. Вы можете всей семьей приехать сюда, в Аланию. Мы поселим вас в одном из наших комплексов и в течение недели покажем всю недвижимость, которая у нас есть. А
А если у вас появились какие-то вопросы по комплексу Рэнда Парк, то их пишите в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и не забывайте нажимать колокольчик, чтобы не пропустить ни одного видео. А с вами была Ангелина, и я говорю вам, увидимся!